Несколько десятков экс-комбатантов, собравшихся днем 3 июля у президентского дворца, потребовали от президента Армении Сержа Саргсяна проявить твердость, не поддаваться никакому давлению в вопросе урегулирования карабахского конфликта и в первую очередь не идти на территориальные уступки. Организатором акции выступил Союз ветеранов Карабахской войны. «Мы пришли сюда с требованием о создании ополчения. Армия есть армия, и никто не выступает против нее. Но думаю, что защита Отечества – святое право народа, которое должно быть реализовано. Мы победили в войне всем народом, а не только благодаря армии. Ополчение еще более повысит уровень безопасности, дабы у противника не осталось бы вообще никакого соблазна начать войну. Наши товарищи погибли в этой войне, и мы не допустим сдачи территории. Мы не отдадим ни пяди земли». Ветераны Карабахской войны выразили уверенность в высокой степени вероятности возобновления войны и заявили о своей готовности вновь выступить с оружием в руках в защиту Карабаха. Участники акции скандировали: «Ни пяди земли! Ополчение! Президент, не сдавайся! Президент, жми!» Акция прошла без инцидентов.